В Магадане стартует городской конкурс «Доброволец года». К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Основная цель конкурса – повышение мотивации магаданцев к участию в волонтерской деятельности. Состязание проходит с 17 июня по 5 декабря. При оценке конкурсантов будут рассматриваться стаж, эффективность добровольческой деятельности, ее системность и разнообразие выполняемых функций, а также адресность и социальная значимость. К участию приглашаются волонтеры Магадана, добровольческие отряды и объединения и их руководители. Документы на конкурс принимаются в бумажном виде до 15 ноября по адресу улица Горького, 16. За справочной информацией можно обратиться по телефону 200 733.